Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые зрители нашей сегодняшней лекции. Напоминаю, что мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины. История Отечества» Российского исторического общества. Сегодня у нас был насыщенный день, у нас уже прошло 3 лекции от наших лекторов, и сегодня мы завершаем наш такой продуктивный день в Нижегородской области. Сегодня вместе с нами победитель всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью, Людмила Моисеевна Добролюбова. Людмила Моисеевна является учителем истории и руководителем школьного музея средней школы номер 4 города Бор. Сегодня она поделится с нами своими методическими практиками и опытом в области краеведения в работе с молодежью. Людмила Моисеевна, здравствуйте. Очень рада нашей сегодняшней встрече. Готовы, я думаю, мы готовы уже начать наш разговор, поэтому с удовольствием передам вам слово. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. Здравствуйте. Хочу сказать немного слов о себе. Я действительно учитель истории, руководитель школьного музея, обычной массовой школы в небольшом городе Бор, Нижегородской области. Краеведением занимаюсь без малого 50 лет. Начала увлекаться краеведением еще со старших классов средней школы. И многие меня часто спрашивают, почему я занимаюсь краеведением. Ну, тут две причины, две вины. Первая причина – это моя семья, которая хранит семейные реликвии, который занимается составлением родословных, и, по всему прочему, все старшие члены моей семьи были прекрасными рассказчиками. На каждый, как говорится, эпизод современной истории у них была своя семейная история. Вторая причина – это элементарная зависть. Так получилось, что часть своего детства я провела в Ленинграде и очень завидовала жителям этого города, потому что каждый шаг в Ленинграде таил за собой историю. Музеи, замечательные люди, исторические события. А наш город тогда был маленьким, деревянным, с печным отоплением, с колодцами на улицах. Когда я выросла, закончила университет, я поняла, что в нашем городе, в бывшем селе, не менее интересная история. Вот буквально несколько штрихов. Нашим селом в конце 18 века владела настоящая французская графиня, которая бежала от французской революции в Россию под крыло Екатерины II. В 1806 году, через 3 года после введения указа о вольных хлебопашцах, наши предки выкупились из крепостной неволи. В нашем селе была единственная в России сельская пассажирская конная железная дорога. А в советское время у нас родился космонавт номер 37 Вячеслав Дмитриевич Зудов и свой след оставил будущий Нобелевский лауреат Виталий Лазаревич Гинзбург, жена которого, Нина Ивановна, была цельнопоселенной и жила у нас в городе Бор. Итак, я действительно учитель истории обществознания и руководитель школьного музея. Поэтому сегодня мне хотелось бы, уважаемые друзья, вспомнить наш первый день нашего методического лектория, когда те мои коллеги, которые начинали этот лекторий, волновались по поводу проведения своих лекций. Я, практически заканчивая этот лекторий, тоже очень волнуюсь, потому что мне кажется, что все уже было сказано в разных формах, разных вариантах, в разных интерпретациях. И поэтому сегодня хочу предупредить всех. Не ждите от меня великих открытий. Единственное, что я могу сказать, что если хотя бы капелька, маленькая искорка нашего опыта запалет кому-нибудь в душу, я буду считать свое сегодняшнее выступление совершившимся и, соответственно, свою миссию выполненной. Поэтому я не буду сегодня основываться на теоретических каких-то познаниях. Все мы с вами специалисты, все мы с вами профессионалы. Я просто расскажу об одной из практик нашего школьного музея, которая работает так же, как и вы, разнопланово, творчески и результативно. Тема моего выступления очень проста. Это расширение музейного пространства средствами проектной технологии. Наша школа, средняя школа номер 4 города Бор Нижегородской области, появилась на карте нашего города в 1938 году. И свой первый выпуск сделала 19 июня 1941 года. Понятно, в нашей школе большой историко-мемориальный комплекс. Комплекс, который является самым обширным среди школ образовательных организаций нашего города. Среди объектов памятник учреждения нашего школы защитного отечества.
несколько мемориальных досок. Одна из которых посвящалась Николаю Гребеневу, 4-й директору 4-й школы, участнику Великой Отечественной войны и командиру партизанского соединения на Амбрищине. А из последних мемориальных досок была посвящена чину школьнику с школы номер 4, разгрузить на пионерские танки с самолетами. Есть у нас портрет героя. Это портрет героя посвящена выпускнику школы 42-го года Юрию Яковлевичу Лучкову, погибшему 19 февраля 1945 года в Польше в возрасте 21 года. И, конечно же, хранитель нашей истории является наш школьный музей. Школьный музей имеет несколько особенностей. Когда в 1998 году мы его создавали, мы тогда поняли, что, наверное, преступно изымать семейные реликвии из той среды, где они являются реликвиями. И поэтому мы решили создать музей за честную коллекцию. Здесь за 20 год, что музей функционирует, у нас фонд, завесены экспонаты фондовой книги, но в целом большинство экспонатов нашего школьного музея находится во временном хранении. В нашем музее есть часть, первая часть мемориальная, посвящается она истории села, на территории которого находится наша школа. Это село Мурин, Семеновского уезда, Нижегородского губернии, которое в 27 году вошло в Московскую черту. Село Мурино сегодня – это есть оставшаяся церковь, которую вы видите на экране. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Она была построена в 1820-26 годах с помощью помещицы Муравьевой и стянем ее крепостной крестины. И вторая церковь – это установленная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Мухина, интересное поселение, оно принадлежало барону Федору Михайловичу Колхайцову и досталось по наследству его дочери Семёне Муравьёвой, матери двух крестов, Екатерина Муравьёва и Александра Муравьёва. Именно вот эту церковь, Успения Пресвятой Богородицы, защищал осенью 20 года Никита Михайлович Муравьёв, когда езжал Мухина по воздействию своей матери. Именно отсюда из Мухина писал письма своей жене, копии которой сегодня хранятся в нашем школьном музее. Это первая часть мемориальная, она стационарная, она стабильная, она посвящена быту наших веков, людей интересных, людей зажиточных, людей состоятельных, людей творческих. И вторая часть нашего музея, она как раз связана с теми предметами, находящихся во временном хранении. Это семейные реликвии. Сегодня наш школьный музей, временная выставка посвящена Великой Отечественной войне. Здесь несколько разделов. Здесь и личные семейные реликвии, здесь и часть экспозиции, посвященная военному году, история нашей школы в годы войны. А вот это фотозона. Наш замечательный солдат, который в данный момент солдат, у него фотографируются наши дети. Наша школа всегда занимается личным воспитанием. Практически с момента своего существования школьный музей поддерживает традицию, поэтому наш школьный музей имеет необычную награду Российского комитета ветеранов войны 1941-1945 годов. Работа школьного музея в тесном контакте со школой, потому что мы являемся частью, структурным подразделением школы. И когда в школе задумывались о программе развития, музей
работая над программой развития школы, музей предложил свою собственную программу и назвал ее «Музей раздвигает границы» или «От школьного музея к школе музея». Поскольку наша школа богата историей, город богат историей, то мы предложили практически в каждом из классных кабинетов школы создать мини-музеи. Разработали тематику. Ну, например, в кабинете литературы предлагали создать мини-экспозицию, посвященную Владимиру Ивановичу Далю, директору Нижегородской удельной конторы, создателю толкового словаря. Сам Даль не раздавал у нас на Борской земле, потому что в его видении находился Чистопольский уездный приказ. В кабинете физики хотели разместить экспозицию, посвященную космонавту Вячеславу Нечерзову. В кабинете химии экспозицию, посвященную первому борскому аптекарю Александру Христофоровичу Розенвейлу. Цель этого проекта была, конечно, расширение музейного пространства, активизация музейной деятельности, ну и содействие, самое важное, социализация личности учащихся средствами музейной педагогики. Если вы помните фильм «Калео в заколонке», то Шрёв спрашивает героиню, что же вы изменили мечте, а та отвечает: нет, мы просто изменили мечту. Так вот, мы мечты не изменили. Расширить музейное пространство мы очень хотели. И мечту не изменили, мы просто изменили инструмент, с помощью которых мы стали реализовывать данную программу. Мне предложили курс музея ведения, и как итог этого курса, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, это проект школьного музея. Было это в то время, когда у нас класс был социально-гуманитарный, мы разделили его на 4 группы. Все они занимались музееведением как с искусством, а вот результатом стали 4 мини-проекта. И это проект мини-музей Чукрова Олимпиады в ванной, это музейное педагогическое занятие, как на бару варили шляпу, музей на памяти выставил бессмертный Сталинград и временная экспозиция в школьном музее, о чем рассказал старый Чернец. Вот эти проекты у нас были реализованы. Я сегодня хочу рассказать о двух проектах, может быть, вам это, в принципе, и пригодится. Первый мини-проект взяла на себя женская группа. Олимпиада Ивана Чукрова, учителем начальной школы. Она была героем социалистического труда. Первым героем социалистического труда среди учителей Горьковской области. Олимпиада Ивана работала в школах более 40 лет. В нашей школе была до пенсии. Она кавалер двух орденов имени Наталья Ушинского, известный двору, но не только в экскурсии человек. Практически у нее была 100% успеваемость. Еще самое интересное, качество знаний тоже было практически 100%. Такой замечательный человек работал в нашей школе, о нем мы собрались создать, для него, его памятью мы собрались создать сам мини-музей. Музей создавался в течение полугода. Мы, во-первых, подобрали экспонаты соответствующие полки. В нашем школьном музее мы встретились с родственниками Олимпиады Ивановны с ее внучкой. И вот они, те самые экспонаты, которые все уместились в обыкновенном чемодане. Поэтому наш мини-музей, он, в общем-то, музей в чемодане. Мы приходили в класс, в специальный класс по сведению, разворачивали наши музейные экспозиции. Единственным стационарным предметом, который там был, это была вот эта парта, за которой сегодня на фотографии сидит один мальчик. 6 человек группы делились на 2 подгруппы, 3 человека. Один мальчик, который занимался презентацией, видеоматериалами, музыкой, и 2 экскурсовода, которые поочередно сменяли друг друга. Но сам музейный урок, состоящий из этой экскурсии по музею, он был не единственным, что сделали девочки. Они готовили мастер-класс. То есть любой музейный урок всегда завершается чем-то, что мы делаем руками. Так называемый рукомесловом или рукотворчеством. Было продумано 2 мастер-класса в конце этого музейного урока. Первый мастер-класс дети писали диктант из словаря 1929 года, который был выпущен по постановлению Государственной комиссии чрезвычайной по ликвидации безнаказанности. Это было непростое занятие выбрать из этого словаря маленький диктант. И мы выбрали диктант по организации питания в колхозной школе. В этом диктанте буквально несколько предложений рассказывалось о том, что дети
сами заводили столы, лавки, сами привезли посуду, сами привезли продукты, все приготовили сами, сами накрыли, сами съели, сами убрали. И выбрали мы этот диктант еще и потому, что эта тема близка современным детям, потому что организация питания – это часть школьной жизни. И второй мастер-класс, который пользовался невероятной популярностью, это изготовление обыкновенной пирочистки. Вот только такой пирочистки, которую вы сейчас видите. Девочки сами нарезали ткань, запаслись пуговицами, пилетками. И, в общем-то, с большим удовольствием люди разных возрастов, они занимались изготовлением пирочистки. Вы можете спросить, зачем современному ребенку пирочистка? Оказывается, очень востребованный предмет, потому что видно, что шайбы и руки имеют обыкновение течь. А привести их в нормальное состояние можно с помощью простой, сделанной вот такой пирочистки. Но музейные уроки и мастер-классы были не единственной формой работы мини-музея имени Олимпиады Ивановны Чупровой. Девочки провели конкурс по чистой саню среди начальной школы. Сами разработали положение, сами провели этот конкурс, сами написали грамоты, сами создали призовой фонд, наградили победителей. Была написана статья в газете «Тур» сегодня, один из участников этого мини-музея. А на старом кладбище девочки ухаживали за могилой Олимпиады Ивановны Чупровой. Они выступили на традиционных рождественских встречах школьных музеев, которые проводятся в нашей школе уже 23 года. А потом они выступили на муниципальном научном обществе и получили первое место и премию в размере 5000 рублей депутата нашего Совета депутатов. И это было все в течение года. То есть полгода девочки готовили проект, защищали его, презентовали. А потом музей начал работать. И это было еще год. Половина 10 класса и половина 11. Потому что вот вчера Алина поднимала вопрос, как можно привлечь праздников к работе в музее. Ну, если шутить, так только очень простой способ. Включить какой-нибудь курс, учебную программу, которая составит оценку. Но это, конечно, шутка. Важно, внедряя музейную практику в жизнь старшеклассников, доказать им необходимость практики, возможность практики, перспективы этой практики и заинтересовать их темой. Почему мы закончили реализацию этого проекта в декабре 11 класса? А потому что все понимали, что девочки готовятся к экзаменам, у них окончание школы, и в нашей группе было 6 человек не случайно, потому что мы понимали, что девочки старшеклассницы, что у них ограниченное время, ограниченные возможности. Поэтому две группы экскурсоводов, они, в общем-то, работали, сменяя друг друга. Таким образом, временные затраты уменьшились ровно в половину. Поэтому все наши мини-музеи работали по принципу индивидуального подхода к детям. Индивидуального подхода к детям.
Причем девочки, они, в общем-то, сами все сделали, ровно как и участники второго музейного занятия. Они решили для себя вопрос, а когда и куда? Когда и куда идти? Потому что у всех уроки, у всех программа. И тогда выше положение через урок обществознания, потому что у каждого обществознания есть темы личности, темы выдающихся людей. И тогда девочки составили расписание вместе с заучем, потому что пошли нам на встречу, и через эти уроки обществознания, через дополнительные занятия, в общем, практически все 30 классов наших школьных зданий были охвачены этим музейным уроком и мастер-классами. Я не могу двинуть дальше. Вторая группа была чисто мужская. 6 юношей, 10-классников, работали в музее «Бог», на «Бару Бариша». Для них, в общем-то, были созданы просто замечательные условия, потому что они воспользовались исследовательской работой ученицы нашей школы Алины Бекетовой. Вот она на фотографии. Алина Бекетова – нечто похожее на колесо на палке. Это клеймо, содержание которого вы видите на экране. Лучший сорт в Нижнем Новгороде – пряговая шляпа. Это колесо было подарено мне по результатам другого проекта. Малыши у нас ходили по воскресеньям в городской музей. Проект назывался «Я пойду в музей». Они ходили с родителями. По интерактивным путеводителям рассматривали разные экспозиции городского музея. И на празднике, который мы провели 27 февраля, один из родителей подарил нам вот это бронзовое колесо. А Алина, она в течение года работала над разными темами, но все 3 года вот эту тему с расширенным полностью она разработала. Дело в том, что все знают, как готовить валенки. Но для тем, как научиться делать валенки, наши предки, начиная с 17 века, изготавливали такие шляпы. Мужские водочные шляпы. Причем на нашей земле этот узел появился вместе с фотографиями, которые бежали из столиц 17 века, поселились в скитах, в наших лесах, в борских, кижелинских лесах. И, естественно, со временем этот промысел забылся. И по аналогии Алина разработала технологию изготовления этой шляпы и написала большую исследовательскую работу, с которой она выступала как на муниципальном, так на областном, и даже стала призером Всероссийской конференции в Москве имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Причем то, что делала Алина, я могу назвать настоящим историческим открытием. Ну, хотя бы нашего регионального уровня. Почему? Потому что в музеях нашей области хранится одна единственная военная шляпа. Вот та черного цвета, она находится в музее народных промыслов. А вот это фотография наших предков. Дело в том, что по всем историческим данным промысел угас где-то в 60-х годах, когда на Волге появились первые проходы. Потому что главные потребители были рыбаки. И как только появились проходы, исчезла булатская группа и, соответственно, исчезли шляпы. А вот эта фотография начала 20 века, 20-30 годов. Наоборот, у нас шляпы изготавливали до начала 20 века. И у нас были свои собственные фасоны этих шляп. Алина связалась с Тверью, там по Тверском университете есть шерстобитная мастерская. По нашей технологии сваляли шляпу ту, что внизу слева. Ну и сделали нам подарок. Они связали нам шляпу, точно такую же, какую носит другой картины Ильи Кончаленко, «Волоки на Волге». Вот это бурлацкий шпилек. И все это богатство научно-исследовательской работы девочки, которая занималась 3 года, досталось нашим молодым людям. Вы все прекрасно понимаете, что исследовательская работа – это один для деятельности, а музейный урок – это совершенно другой. Здесь нужно было действовать совершенно по принципу. Да, база была, а принцип мальчики использовали, то, в общем-то, всем хорошо известны. Они сделали по принципу такого занимательного журнала, состоящего из 7 страниц. На первой странице они проводили викторину, и все победители этой викторины получали такие жетончики вечера. На исторической странице рассказывали о разных головных уборах разных народов. На разъяснительной мистической
повествовали о пословицах и поговорках, крылатых уважениях, связанных с шатами. О русском касательно рассказывали о явлении промысла и о его прекращении. В музейном показателе рассказывали о музее шляп и рассказывали о памятниках шляпам. И вот эти страницы, они, собственно, стали тоже создавать руками. То есть мы проведем такой же мастер-класс. Они делали шляпу из газеты. Такую серьезную, квадратную шляпу, обязательно с козырьком. В общем, все нашли здесь. То есть в любое время, когда солнце в зените, снимка можно сделать, это и закрыть голову снова. Ну и самая последняя страница снимая была бизнес-хранительная. Мальчики тоже ходили на музейные уроки с чемоданом. С чемоданом, в которых хранились разного рода шляпы. Начиная с резкинские, заканчивая цыганской шляпой. Победитель первой страницы шляпно-занимательной, получили возможность выбрать головной убор и сфотографироваться. Для них была проведена фотосессия. Потом была проведена общая фотосессия со всеми, кто пожелал сфотографироваться в изготовленных своим руками шляпах. Ребята тоже пошли пути девочек. Они провели познавательно-развлекательную программу шляпа для пятиклассников, те же музейные уроки, мастер-классы, школьный конкурс в шляпе. Они были участниками экспедиции в сельскую школу и провели муниципальный семинар для руководителей школы музея, поделились нашим опытом. И вот когда я наблюдала за своими детьми, то второе половине нашего проекта, период его реализации, я стала ощущать свою невозможность. Потому что мне же перестали нуждаться. Сами приходили в музей, забирали, носили чемоданы. Сами организовывали уроки. Сами готовили материалы для мастер-классов. Сами разрабатывали положения, сами проводили программы. Сначала я строился, а потом подумала. Наверное, это вот есть тот момент, когда человек должен надуться. Когда он идет, когда он наблюдает за детьми. Когда он даже не с ними, он просто... роли наблюдателя. Вот это мне очень понравилось, потому что дети проявили необычайную самостоятельность. И самое важное, у меня был целый класс людей, которые стали моими коллегами по организации проектной деятельности. Мы прошли через проект от начала до конца, через все этапы. И сейчас дети тоже знали, что такое предмет, что такое объект, какие цели, задачи, результаты. И мои дети стали экспертами и помогали людям нашей школы в организации проектной деятельности. Заканчивая свое сегодняшнее выступление, я хочу всех поздравить с Новым годом. Я хочу поблагодарить Российское историческое общество за возможность участия в данном конкурсе и за участие в этом методическом конкурсе. Я хочу поблагодарить коллег, которые выступали со своим опытом и которые его представляли, и которые, естественно, будет использован нами, в том числе и нашим школьным музеем. А поздравить я хочу вас открытками, с фотографиями и еще с одного проекта нашего школьного музея. Точнее, это был проект временной экспозиции под названием «История новогодней игрушки и история новогодней открытки». А наш уважаемый солдат превратился на время нашего доброго музейного Деда Мороза. Я всем желаю здоровья, успехов, благополучия. И как говорила моя бабушка Пелагея Павловна, пусть все у вас будет мирно, ладно и дородно. До новых встреч. Спасибо большое, Людмила Моисеевна, и за ваш рассказ, и за ваши пожелания в первую очередь. Конечно, за вашу работу, которую вы проделываете со своими учениками. И хотелось бы сказать вот что. В самом начале вы сказали о том, что, наверное, ничего нового вы не расскажете, но при этом у нас одна мысль, которая появилась в вашей лекции, она была, в принципе, новой. Наверное, я ее до этого еще не слышала у наших лекторов, и именно с ней будет связан мой вопрос. Это даже не вопрос, это будет просьба. Пожалуйста, расскажите, как добиться того, чтобы дети стали самостоятельными. Вот вы в конце сказали о том, что вы почувствовали свою невостребованность и то, что ребята уже смогли самостоятельно работать над своими проектами, и вы уже выступали в роли наблюдателя. Наверное, это одна из главных целей любого педагога – научить самостоятельной деятельности учеников,
Вот расскажите, как вы этого добились, или, может быть, у вас будут какие-то пожелания в этой области для наших зрителей? Вы знаете, я думаю, что тут ничего особенного нет. Любой родитель знает, чтобы ребенок стал самостоятельным, его надо этому научить. И надо быть всегда с ним рядом, до какого-то определенного момента. А потом наступит так называемая критическая масса, когда ребенок уже не будет в тебе нуждаться, самостоятельно будет делать все. Вот эти полгода, что мы создавали эти проекты, я была вместе с детьми, то есть мы постоянно общались. Я должна сказать, что нам было непросто. Мы иногда ссорились, иногда даже ругались, иногда даже обижались. Но мне доверяли, и я, в общем-то, своим учительским чутьем понимала, что нужно делать. И вот когда я научила и постоянно хвалила, и постоянно на уроке музееведения, на уроке, на спецкурсе музееведения мы это дело все обсуждали, вот когда они научились, тогда они уже стали самостоятельными. Самостоятельным ребенок не может быть просто так. Его нужно научить. Ложку держать в руках надо научить. Из тарелки ложкой доставать пищу надо научить. Научили, ребенок самостоятельный. Точно так же и в проектной деятельности. И тут совершенно без разницы, старшеклассники это или маленькие дети. Просто у них разная отдача, эти более серьезные, эти более эмоциональные, но принцип один и тот же – научить. Подскажите еще, пожалуйста, вы работаете уже так, долгие годы в музее и, в принципе, с детьми, и, наверное, у вас уже есть, может быть, методика определения ребят, которые склонны к проектной деятельности и, в принципе, к деятельности в рамках музея, либо вы считаете, что к этой работе могут быть допущены и могут заниматься этой деятельностью абсолютно все ученики? Но я как учитель должна считать, что проектной деятельностью могут заниматься все ученики, тем более в нынешних условиях, когда индивидуальный проект становится обязательным для старшеклассников. Но, естественно, не каждый ребенок может заниматься проектной деятельностью. Здесь нужно массу факторов соединить. Прежде всего, его желание, потому что научить его можно, было бы желание. Естественно, помощь. Помощь, если это маленький ребенок со стороны родителей. Ну и, соответственно, какая-то мотивация. Перспективы. Хотя я честно вам хочу сказать, что у меня тоже были, я считаю, что настоящие провалы. То есть, допустим, вот сейчас у меня есть ребенок, с которым я весь 10 класс занималась проектной деятельностью. Причем я занималась проектной деятельностью, скажем так, под давлением. То есть я этого ребенка, который способен, который мог, который занимался проектной деятельностью с начальной школы, решил, как говорится, вывести на более высокий уровень. И мы сделали. И этот ребенок прошел все этапы славы, начиная от школьного, муниципального, областного нового и даже всероссийской конференции в Саранске. То есть все, что я обещала этому ребенку, а я обещала ему, сами понимаете, многое, все было выполнено. И представьте себе, когда в этом учебном году я получаю от него смс-ку: уважаемая Людмила Моисеевна, большому сожалению, у меня сменились ориентиры, и я не могу заниматься с вами проектной деятельностью. Я, конечно... как вам сказать, была очень расстроена. Но тут же подошли ко мне малыши, которые пожелали заниматься и которые смотрят мне в глаза. И я действительно думаю, наверное, обижаться не нужно. У каждого есть свои планы. И, слава богу, что он был со мной этот учебный год. И слава богу, что все, что я ему обещала, все было сделано. Это будет страница нашей общей жизни. А дальше он начнет свою жизнь. И, может быть, проектная деятельность пригодится ему в институте, в университете, в дальнейшем образовании. Да, проектная деятельность, уверена, ему обязательно пригодится в университете, потому что сейчас тоже особый упор делается именно на проектную деятельность в рамках высших учебных заведений. Поэтому я уверена, все не зря. И спасибо вам большое за то, что сейчас в разговоре вы говорите не только о своих победах, но и, по вашему мнению, поражениях. Это тоже очень важно в деятельности педагога осознавать, что мы не можем всегда идти вверх, иногда существуют и сложные моменты, которые мы можем преодолевать вместе с учениками и благодаря своему любимому делу. Вам я хочу только пожелать можно больше инициативных учеников, которые действительно горят своим делом, много новых проектов и признания на абсолютно каждом и на всех уровнях, начиная от районного, заканчивая федеральным уровнем. Еще раз большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу и до свидания. Благодарю. Всего доброго. Спасибо.